Бать, ты пойми, любое открытие сейчас. Это прежде всего бабки. У тебя там деньги, карьера, а на нас не наплевать. Я быть лузером не хочу. Вот если бы можно было вернуться в прошлое. Тебе плохо? Тебе плохо? Нормально. Главное достоинство социализма – это уверенность в завтрашнем дне. А что происходит-то? Бабушка. Слава богу, пока нет. Дед. Какой я тебе дед? Этого не может быть. Здрасте. Никита Киселев угадала? Подождите, а мы что, все на ней поедем? Едем, конечно, да? Нет, Светики, Игорь был. Билет сзади. Билет сзади. Билет сзади. Билет сзади. Я с ними. Еще выгляжу как лох. Ну ты решил, что по научному атеизму я тебя буду подтягивать. Тебя грешечки не завалит. Интернет бы сюда. Что это такое? Журнал такой. Ломинский? Ну, да, там тоже есть. Скажи, где шпаргалка? Ставлю зачет. А ты что делаешь? Измеряю расстояние, на которое пролетела мышь. Никита? Маша? Я раньше вообще не понимал, почему мои родители любят ходить в поход. Дух Пушкина, ты здесь? Через 25 лет я вас обязательно найду. Если человек попадет в прошлое, то он начнет стремительно стареть и проживет максимум месяц. Я должен все остановить. Стой! Ты же не случайно появился в нашем институте. Овечка Доля была злая и рано умерла. Слушай, только не грил. Так кинь в микроволновку. Микроволновка? Это статья из «Светлого будущего» считался? Ну-ка, жизнь. Что это я не подумал?